보면 달라요. 요셉처럼 세계복음화 할 수 있는 렘넌트 되게 해주세요. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 내 꿈은 선교사. 나의 꿈은 세계복음화. 세계복음화 전도 능력이에요. 나의 꿈은 달라요. 세상 꿈과는 다르죠. 나의 꿈은 달라요. 하나님 증거하는 꿈이에요. 자, 우리 유치부 친구들. 오, 유치부 친구들. 어머, 여자 친구들만 대답해 주네. 유치부 친구들. 어, 우리가요 오늘도요 하나님께 예배드리기 위해서요 이곳에 모였어요. 우리가요 오늘 예배드리는 지금 하나님이 함께 하시고요 하늘에서 내려오는 보좌의 축복이 임한대요. 그래서 우리가 오늘 함께 찬양도 하고 기도도 하고 말씀도 마음에 쏙쏙 담읍시다. 그럼 우리요 지금부터 하나님께 바로 찬양 드릴 거예요. 즐거운 마음으로 하나님을 사랑하는 마음을 가득 담아서 찬양해 봅시다. 우리 친구들이요 유치원이나 어린이집에 있을 때 그리고 집에 있을 때 그리고 우리 친구들이요 코하고 자고 있을 때도요 하나님이 함께 하신대요. 우리 위요송 함께 찬양해 봅시다.
우리 랩런트들 선생님 이야기를 한번 잘 듣고 대답해 보세요. 혹시 우리 친구들 물고기 좋아해요? 네! 어, 정말? 물고기 좋아하는 친구들이 이렇게 많아요? 그럼 얘들아, 물고기는 어디에 있어야 살 수 있을까요? 혹시 물 밖에 나온 물고기 본 친구 있나요? 물 밖에 나오면 어떻게 돼요? 죽어요! 깨꼬닥! 하고요? 숨을 못 쉬고 죽어요! 맞아요! 바다를 날 수는 있는데 물 속에서 살아야 살 수 있다. 그럼 혹시 얘들아 이건 뭘까요? 새는 어떨 때 행복할까요? 하늘을 날아야 돼요. 새장에요 가둬놓고 못 날게 하면요 새는 병들어요. 그럼 얘, 새 키워요? 새는요 뭐 할 때 행복하다고 이래야? 날 때. 그럼 얘들아 우리 사람은 누구와 함께할 때 행복할까요? 누구요? 맞아요. 사람은요 하나님과 함께할 때만 행복할 수 있어요. 우리 물고기가 물에 살듯이 함께 찬양합시다. 물고기가 물에 살듯이 새가 하늘에 날듯이 사람은 하나님과 함께 할 때 가장 행복해요. 그런데 사탄에게 속아 하나님을 떠나게 돼요. 죄를 짓고 문제 기억해야 될 복음이요. 가사에 담겨 있어요. 나중에 집에 돌아가서도요. 아빠, 엄마, 할머니, 가족과 함께 이 찬양 계속 한번 불러보세요. 자, 우리 선생님들 감사합니다. 오늘요 예배를 위해서 сейчас все вместе будем молиться за богослужение. Сложим руки. 선생님처럼 как учитель, закройте глаза. Сосредоточенно будем молиться Богу. За богослужение помолится учитель Хон Минне. 하나님, Боже, благодарим. Ты сделал нас чадами Божьими.
И мы благодарим, что можем проводить богослужение. С самого детства мы слушаем точную благую весть, что Иисус есть Христос. Благослови, чтобы в это время в сердца наших детей глубоко было посеяно Слово. Особенно преисполни Духом Святым пастора, который будет передавать Слово, и дай пять сил. Также действуй Духом Святым, чтобы Божье Слово в точности передалось нашим детям. Чтобы насладиться благословением богослужения, в это время и на это место пусть сойдет Божье Царство, а также пусть сойдет Божье Царство на места, где находятся наши дети, которые не смогли прийти сегодня. Я связываю и сокрушаю именем Иисуса Христа невидимые силы тьмы, которые не дают сосредоточиться на богослужении. Руководи, чтобы это благословенное время стало временем, где только Бог принимает всю славу. Молюсь за все именем Иисуса Христа, который спас нас. Аминь. Ремнанты, давайте рассмотрим Божье Слово. Вместе прочитаем тему, повторяйте. Иисус, пришедший как агнец. Какая тема? Позже я спрошу. Запомните. Не забудьте сегодняшнюю тему. Иисус, пришедший как агнец. Что это означает? Слово сегодня немного длинное. Но это очень важное слово. Даже если оно длинное, вы можете прочитать. Немного длинное, да? Давайте вместе будем читать, несмотря на то, что оно длинное. И пойдет Господь поражать Египет и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках и увидит кровь на перекладине. Что на перекладине? Кровь. Увидит кровь. И пройдет Господь мимо дверей и не попустит губителю войти в дом ваш для поражения. Исход, 12 глава. 23 стих. Аминь. Сегодня послание очень важное. И хотя оно займет немного больше времени, но для наших ремнантов это станет временем запечатления благой вести. Давайте повторим. В это время запечатлим
благую весть. Сильная держава Египет сделала нас рабами. Невозможно нам освободиться. Мы стали рабами Египта. Это великая держава никогда нас не отпустит. Как же нам освободиться? Никакими усилиями нам не освободиться. Бороться нет смысла, потому что великая держава Египет – это очень сильная страна. Чтобы сделать огромных идолов, египтяне мучают нас каждый день. Утром проснувшись, мы выходим отсюда и идем, чтобы строить идолов. Божий народ в Египте стал рабом. Но и сейчас то же самое. Люди, которые не знают Бога, стали рабами сатаны. Повторите. Люди, которые не знают Бога, стали чьими рабами? Да, стали рабами сатаны, дьявола. Сейчас происходит то же самое. В это время Бог дал путь освобождения. Бог не сказал: сражайтесь с Египтом и выходите в бой. Но, призвав Моисея, Бог дал слово. Что сказал Бог? Призвав Моисея. В день, когда помажете косяки дверей кровью Агнца, когда помажете кровью Агнца, выйдете из Египта. Разве так получится? Великая держава Египет, которая постоянно мучает нас. Но что говорит Бог сделать, чтобы выйти из Египта? Он не говорит сражаться или убегать, а говорит: помажь кровью Агнца и выйдешь. Это Бог сказал Моисею. Моисей сказал старейшинам. Старейшины пошли в каждый дом и рассказали об этом. Помажь косяки кровью Агнца и выйдешь из Египта. Помажь кровью Агнца. Но что надо сделать с Агнцем, чтобы помазать его кровью? Что надо сделать с Агнцем, чтобы помазать его кровью? Надо поймать и заколоть. У Агнца есть грех или нет? Безгрешного Агнца надо поймать и заколоть. Почему надо поймать и заколоть? Где овечка? Почему надо поймать безгрешного Агнца и заколоть? Что произойдет? Произойдет то, что прольется кровь. Что символизирует безгрешный Агнец, которого надо заколоть? Повторите. Безгрешного Иисуса Христа. Ухватите за завет, что безгрешный Иисус Христос на кресте пролил кровь и умер за нас. Взяв Агнца, заколоть его и его кровью помазать косяки дверей безгрешного Агнца. Агнца поймали и закололи. Поймав Агнца его кровью, помазали косяки дверей. Весь израильский народ заколол Агнца вот так. Его кровь. Кровь Агнца куда помазали? Кто это сказал? Бог Моисею сказал: вот так помазать косяки кровью. Увидев эту кровь,
Ангел Господень пройдет мимо. Но в доме, где нет помазанной крови агнца на двери, Бог убьет первенца. Сегодня все ремнанты по очереди выйдите и помажьте кровью агнца косяки дверей. Когда будете мазать, не просто так мажьте, а говорите: Иисус есть Христос. Каждый из вас выйдет и помажет. Выходите. Учителя, помогите. Иисус Христос, мараго, баранен гоэйо? Да. Иисус Христос. Халла бусэйо. Ча, дырагасэйо. Иисус Христос. Халла, чусэйо. Кристо.
그리스도. 하나님 예수 그리스도. 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 자, все сделали. 있어요? 다 했죠? 네. 자, 그런데 여러분, все помазали кровь Агнца. Он безгрешный или у него есть грех? Безгрешный. Для чего помазали кровь Агнца? Вы все проглашали, правильно? 한번 외쳐볼까요? 시작. 다시 크게. Иисус есть Христос. Правильно. Иисус пришел как безгрешный агнец, чтобы разрешить все проблемы и грехи людей. Помня об этом, вы помазали кровь агнца. Сегодня вы помазали кровь агнца. Но мажете ли вы кровь каждый день? Не мажете. Но на самом деле мы каждый день помазываем кровь агнца. Кровь агнца мы приносим жертву, жертва крови. Приносим жертву крови Богу. Если не приносим жертву крови, не можем провести богослужение. Что говорит Бог? Выйди из Египта и принеси жертву крови. Повторите, принеси жертву крови. И сейчас мы приносим жертву крови. Да? Это так. Когда вы, ухватившись за завет, что Иисус есть Христос, проводите богослужение, это то же самое, что принести жертву крови. Понятно? Ремнант, поднимите две руки и повторите. Мое богослужение – это жертва крови. Опустите руки. В это время наши ремнанты должны запечатлеть этот завет. Бог сказал помазать кровью. Необходимо помазать кровью. Когда помазали кровью, что произошло тогда? Что произошло в ту ночь? Ангел Господень, увидев кровь на косяках дверей, прошел мимо этого дома. Что это означает? Повторите. Пасха. Увидев кровь, ангел Господень прошел мимо.
Но на дом, где не было крови, сходило бедствие и проклятие. Ремнанты, которые сегодня проводят это богослужение, это самое важное время, чтобы защитить благую весть самого детства. Помазав кровь Агнца, что же произошло, как только ангел Господень прошел мимо? Став рабами в Египте, невозможно было освободиться, но как только помазали кровь, Египет отпустил израильтян. Разрушилась вся тьма. Повторите. Вся тьма сокрушается именем Иисуса Христа. Израильский народ, который стал рабом в Египте, в день, когда помазал кровь Агнца, вышел из Египта. Сатана был сокрушен, тьма покинула. Так израильтяне вышли из Египта и пошли в землю Ханаанскую, где должен был родиться Иисус Христос. Я желаю, чтобы это важное слово наши ремнанты запечатляли через время богослужения, в течение недели, каждый день проводя служение по молитвенному дневнику. Также есть миссия на эту неделю для родителей. Наши ремнанты все по очереди помазывали кровь. Это не просто так. Что надо запомнить через это? Что должны родители запечатлеть в ремнантах? Завет крови, что Иисус есть Христос. Поэтому есть миссия на эту неделю, для того, чтобы не забывать этот завет. Есть интересное произведение, которое мы будем делать. Также наши учителя всю неделю проводят горницу через Zoom. Помогите нашим ремнантам запечатлеть благую весть. Также есть ремнанты, которые давно не ходят в церковь. Есть также ремнанты, которым мало уделяется внимания. Родители, обязательно сообщите учителю об этом или свяжитесь со мной. Желаю, чтобы вы помогали индивидуально каждому ремнанту запечатлять Божье Слово. А сейчас, восхваляя Виосон, принесем приготовленные приношения. Иисус, есть Христос, Бог вместе с нами. Давайте вместе восхвалим Виосон. We, we, 나와 함께 하시는 하나님, 임마누엘, 임마누엘, 우리와 함께 하시는 하나님, oneness, oneness, 모든 것과 함께 하시는 하나님 감사해요, 찬양해요. 위요 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 이마누엘 원내 함께 하신 항상 누려요 위요 위요 이마누엘 원내 그 속에서 모든 것 찾아요. Давайте громко восхвалим Бога, который со мной, с нами и во всем. 큰 소리로 찬양합시다. We, we, 나와 함께 하시는 하나님, 임마누엘, 임마누엘, 우리와 함께 하시는 하나님, oneness, oneness, 모든 것과 함께 하시는 하나님 감사해요, 찬양해요. 위요 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 이마누엘 원내 함께 하신 항상 늘어요 위요 위요 이마누엘 원내 그
고백합니다. 위요 위요. 위요 위요. 주님 마음에 왔네. 함께 하신 항상 그려요. 위요 위요. 주님 마음에 왔네. 그 속에서 모든 날 찾아요. 내게 부족함 없어요. 내게 부족함 없어요. Ренанте, сегодня проводя богослужение, что мы исповедовали, когда помазывали косяки кровью? Да, правильно, Иисус есть Христос. Давайте еще раз громко прогласим. Иисус есть Христос. Друзья, чтобы запомнить это слово, у нас есть миссия, которую нам надо сделать. Посмотрите сюда, сегодня вы помазывали кровью, но возвращаясь домой, есть еще одна миссия, чтобы вместе с семьей запомнить это слово. Давайте посмотрим. Наполненная радостью время саммита. Бог дал нам слово в Ветхом Завете. Всегда помните это слово, сидя дома, идя дорогою, ложась и вставая. Сегодня сделаем браслет для запечатления завета. Подготовьте цветную бумагу, ножницы, клей, скотч, Библию, фломастеры и различные украшения. Давайте сделаем браслет. Сложите цветную бумагу, чтобы определить центр. От центра сложите пополам. Бумагу сложите втрое. Край бумаги загните наверх. Вторую сторону также сложите. Разверните и загните нижние и верхние углы. Вверх и низ сложите в треугольник. Раскройте посередине и сформируйте коробочку. Сделайте еще одну такую же коробочку. Сделайте надрезы. Приклейте торчащие края. Одну коробочку положите вовнутрь другой и склейте одну сторону. Сделайте
надрезаем и сложите вовнутрь. Украсьте различными украшениями. Сложите цветную бумагу в треугольник. Верхний и нижний угол сложите к центру. К середине сложите бумагу по линиям сгиба. То же самое сделайте с другой стороны. Склейте. Ручку браслета приклейте к коробочке. Сделаем записи слова. Сложите бумагу на три части. Разрежьте. Запишите слово из книги Второзаконие, 6 глава, с 4 по 9 стих. Заверните в трубочку и закрепите. Коробочку сложите слово. Браслет для запечатления завета готов. Каждый день читайте слово из книги Второзаконие. Носите браслет и каждый день запечатляйте Слово Божье. Это что такое? Давайте посмотрим, что это такое. Подумайте, что это может быть? 기도하는 것 같아요. 이제 나옵니다. 오? Так, крышка открывается. А что внутри? На что это похоже? Как вы думаете, что это? Здесь есть слово. На этой неделе сделаем браслет. Сделаем браслет, чтобы запомнить слово. В любое время вы можете открыть браслет и посмотреть слово. Итак, запишите слово, которое вы с родителями вложили в сердце. Наденьте браслет, и куда бы ни пошли, будьте ренатами, которые всегда помнят о слове. На этой неделе сделаем браслет. На этом закончим наше богослужение. А сейчас выйдет пастор, помолится за приношение и завершит богослужение. Помолюсь. Бог Отец, через эти малые приношения помоги построить храм, чтобы люди из 237 стран приехали на воспитание как к себе домой, чтобы исцелить больных заветом крови Агнца, что Иисус есть Христос, и поднять ремнант на духовный саммит. А сейчас благодать Господа нашего Иисуса Христа, огромная любовь Бога Отца, действие Святого Духа, над всеми ремнантами, которые с детства запечатлят точную благую весть и спасут эпоху, над молящимися родителями и над преподавателями,
Да пребудет всегда вместе, отныне и вовек. Аминь. 자, 우리 친구들 조심해서 돌아가세요. 기도 수첩으로 만나고 작품 만들면서 만나요. 잘 가세요. 안녕.